Вот так. Когда приземлился наш город Петропавловск-Камчатский, за иллюминатором была темнота. Ну, то есть было абсолютно темно. То есть вот данное видео в режиме онлайн было снято. Да, вот салон, вот объявили, что вы можете выходить, вот иллюминатор. Вот я выхожу с трапа из нашего севера. Вот это один и тот же прилет. Да? Дело в том, что идеально попало время приземления нашего борта S7 со временем рассвета. То есть вот было темно, то есть что-то там. Да, вот здесь вот видно, да, что солнца еще ничего нет. То есть все, нас садит в этот автобус. Сколько он там ехал? Полторы минуты. Да, полторы минуты. Потом, если кто приземлялся в Петропавловске-Камчатском, знает, каким образом там организована выдача багажа. То есть вот то, что мы сейчас едем, видно, то есть это еще, то есть, ну, как, темновато. Да, это зимний Петропавловск-Камчатский, да, лежит снег. А самолетов в аэропорту Елизово, конечно, не очень много, там не так много рейсов. Все, автобус нас довез. Вот, мне кажется, даже пока ехали, как-то стало светлее. Мы заходим вот в этот ангар. Слева сейчас находится само здание аэропорта. Но когда вы прилетаете, вы видите вот ваш багаж. Вы видите только вот этот ангар, который только что был. То есть это реально ангар, где выдается багаж. И все, и вы сразу же из этого ангара, вот он, да, сейчас слева, справа остался сам аэропорт. Все, и вы идете сюда, на остановочку. Кто приедет, знаете, то есть никаких такси, все, вы садитесь, это, через, очень часто они ходят, вот здесь стоимость, я специально сделала, чтобы было видно на стоимость, там рублей 70-80, смотря куда вам ехать, то есть если вот прям до самого центра, до Петропавловска-Камчатского, есть маршрутки, которые идут до 10 километра, но лучше, если вы приехали в город, сразу, чтобы без пересадок, есть отдельно, которые идут до рынка. То есть все, и вы попадаете. Вот и смотрите, то есть все происходит, все это мгновенно, ну, практически, да. Все, багаж здесь же, никаких задержек, здесь же была маршрутка. И вот уже у нас все светло. Вот я получила, что я села, да, рядом с водителем. И все, вот она была встреча зимнего рассвета моего в Петропавловске-Камчатском. Так что не переживайте о том, по прибытии на Камчатку, в Петропавловск-Камчатский, нет проблем, чтобы добраться до центра города и сделать это бюджетно. Всем отличных приключений!